В гимназии номер 8 урок мужества проводили майор милиции в отставке Олег Минимурзин и подполковник милиции в отставке Андрей Мурашкинцев. Они рассказали детям о своей службе сначала в рядах советской армии, а затем уже в мирное время в органах внутренних дел. Школьники задавали много вопросов по истории Отечества, причем интересовались не только боевыми действиями в Афганистане, но и Великой Отечественной войной и службой в милиции. Подобные акции с участием ветеранов боевых действий в Сочи уже стали традицией.